Что касается работы с переселенцами, много их в Одессе зарегистрировано, сейчас 25 тысяч, зарегистрировано. Те, кто уже остался в Одессе. Они остались в Одессе, и среди этих людей есть много трудоспособных людей, желающих работать. Поэтому мы совместно с центром занятости открыли в пункте регистрации, это очень удобно для людей, они приходят, регистрируются, и тут же открыли Одесский рынок труда. Одесский рынок труда, мы дали все наши возможности, все наши вакансии, которые есть в органах муниципальной власти. Очень удобно, и вот с момента сформирования такого одесского рынка труда уже более 30 человек трудоустроены и работают в различных одесских коммунальных предприятиях. Я думаю, эта цифра увеличится в разы с моментом того, когда мы начнем формировать уже кадры в школах. К сожалению, есть учителя, которые уехали, и уехали с началом войны, с семьями уехали. Поэтому кадры как медицинских работников, так и учителей по многим направлениям у нас есть вакансии. Сейчас мы ведем собеседование, и вот такую работу с переселенцами обеспечила их сегодня гуманитарная помощь, с одной стороны, помогая тем, кто не может и нуждается в этом. С другой стороны, трудоспособным гражданам, активным гражданам, которые хотят жить и работать, мы также предоставляем возможность это сделать.